Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Для закрытия включенных дефектов используются кубики минерализованной или деминерализованной губчатой кости. Поскольку материалы лиофильно высушены, во всех видах хирургических операций мы стараемся использовать капиллярную кровь пациента, разведенную физиологическим раствором 1:1, а также аутокость. Капиллярная кровь размещается в чашке Петри, собранная с первого разреза, и разводится физиологическим раствором в равном соотношении, чтобы снизить быструю сворачиваемость капиллярной крови. Лиофильно высушенный материал активно всасывает первую свободную жидкую фазу, в которую он помещен. Мы можем наблюдать, как кубик пропитывается кровью от самого низа до верха. Это вызвано капиллярным эффектом или отрицательным поверхностным натяжением, образующимся при производстве материала. В дальнейшем, через 2-3 минуты после смачивания, мы можем использовать кубик для размещения в дефекте.